Произведения искусства из глыб льда делают студенты в Красноярске. Они врезают уникальные детализированные фигуры по теме творчества Александра Сергеевича Пушкина. Так в нашем городе проходит конкурс «Волшебный лед Сибири». Как из глыб льда делают фантастические вещи, расскажет Евгений Назарчук. С ювелирной точностью бензопила режет большие глыбы льда. На Ярыгинской набережной проходит молодежный конкурс «Волшебный лед Сибири». Его участники – это студенты художественных образовательных учреждений города. Они вооружены всем для того, чтобы создать сказку на берегу Енисея. Это вагончик, получается, с нашими инструментами, инвентарем, которым мы пользуемся. У нас здесь, получается, размещены стамески, есть прямая, есть угловая, ну и полукруглая. Всего участвуют в конкурсе 10 команд, каждая из них по 2 человека. В основном это девушки, так повелось, что искусством у нас в основном занимается слабый пол. Посмотреть на творение сибирских мастериц даже приехал гость из Колумбии Стюарт. То, что из льда можно сделать подобное, он увидел впервые. Прикольно, красиво, мне очень нравится. Несмотря на то, что очень холодно, мне все очень нравится. Красиво. В Колумбии у нас, конечно же, такого нет. Поэтому я вижу это в первый раз. Мне это очень интересно. Тема конкурса – произведения Александра Сергеевича Пушкина. Есть, например, скульптура по стихотворению «Ангел», вот «Золотой петушок», а это «Людмила в зимнем лесу». Их отличие от тех, что стоят на городских елках, в том, что здесь более утонченные работы. Детали фигур настолько мелкие, что их склеивают водой из шприца. Побывать в роли скульптора дали и нам. В руках находится у меня вот такая стамеска. Сейчас мы попробуем отреставрировать данную фигуру. Легким движением руки кусок льда превращается в красивую картину. Лед для скульптур специально готовили на карьере «Песчанка». Там искусственный пруд, который заполнили водой из Енисея. Лед чистый и прозрачный. Можно даже заметить вмерзшие в него веточки березки с зелеными листочками. Художники обыграли эту детальку, и получилась уникальная фигура. Участники конкурса, им всегда мало льда. Вот мы обычно делается такая открытка, ставится 2 на 2 метра блоки. Мы сразу для них понтируем, что они очень тяжелые, им не поднять. Сейчас они попросили добавочные блоки и делают более пространственную композицию. И получается, она же не просто как картинка, а объемно-пространственная композиция. Перед тем, как приступить к работе, участники конкурса предоставили эскизы будущих творений. Лучшие из них отобрали жюри и дали возможность воплотить в жизнь. Всего на создание этой красоты привезли больше 800 ледяных блоков. Каждый из них весом больше половины тонны. На самом деле, мне кажется, уже магия видна, потому что еще несколько дней назад это были совершенно одинаковые ледяные кубы. Но как только человек, как только творец прилагает к этому льду свою руку, свое сердце, свой талант, все, мы видим, как лед оживает. Каждому желаем победы, потому что у нас предусмотрены в том числе и денежные призы. За первое место команда-победитель получает приз в 50 тысяч рублей. Обладателя приза зрительских симпатий определят красноярцы. В группе социальных сетей «Окно в культуру» пройдет онлайн-голосование. На закрытие фестиваля приглашают всех желающих. Он пройдет уже в эту субботу в 5 вечера на Ярыгинской набережной. Всех пришедших ждут выступления творческих коллективов и другие развлекательные мероприятия. Евгений Назарчук, Данил Дубенко, 7 канал.